Всем доброго дня, наши дорогие подписчики нашего канала на ютубе. Уральская усадьба приветствует вас. Мы начинаем Новый год с новинок. Мы запустили в серийное производство теплицу капелька 2М, ширина 2 метра. 2,5 у нас уже в серии есть, всегда в наличии, 3 метра шириной есть в наличии. И от 3 до 12 метров мы производим на заказ. Это уже прайсовая шаблонная теплица. Не хватало нам только ширины 2 метра. Как видим, аккуратная теплица шириной 2 метра. Сейчас мы в этом году вам про нее расскажем и покажем. В чем отличие, значит? Только в ширине высота осталась та же самая, 2,35. Еще в чем отличие? Она будет уже в базе идет, значит, у ней проем дверной из 20х40 под новую нее дверь, арка из трубы 20х40 и труба 20х20. Уплотнитель, вот который идет торцевой, найдет уже в комплекте. Давайте посмотрим то, что мы сделали. Это супер теплица. Значит, ручка двойная с двух сторон. Видите? То есть можно зайти изнутри, закрыться. Все аккуратно и просто. Это дверь цельная, как мы видим. В нее можно вставить форточку. Вот такую поворачиваемся. Вот она, форточка торцевая, так называемая, которую мы можем вставить. Также она работает открытие-закрытие. И с другой стороны, если мы обратим внимание, вот там вот видно, это крючок. Многие говорят, что они длинные. Это 200-250 крючок. Специально брали длинный, чтобы она фиксировалась лучше. Но если кому-то не нравятся такие длинные крючки, могут их просто пассатижами подогнуть. Хоть это тяжело, но возможно. Преимущество, значит, это все у нас идет оцинкованная труба. Швы в круговую полуавтоматами в газе. И плюс полимерно-порошковая покраска. Вот у двухметровой ширины мы сделали, потому что в камеру входит, мы сделали ее цельно-сварную. Видите, торец цельно-сварной. То есть он неразборный. Все отверстия, вот даже вот на двери, обратите внимание, дверь мы не знаем, какая будет левая или правая. То есть вот эти отверстия под ручку, они просверлены до покраски. И вы можете сделать дверь что левую, что правую. С двух сторон. Дальше соединение. Как она соединяется между собой? Идут вот такие прогоны с приваренными пластинами. И вот эти отверстия под саморез, они уже просверлены тоже на производстве. То есть все это есть. Вы только вкручиваете саморез в цвет 5,5 на 19, кровельный так называемый. Вот они с двух сторон. Еще в этой, значит, теплице, что мы сделали новшество и уже применим на других теплицах, это газ-лифты. То есть открывание от прикосновения руки. Смотрите. Раз. И форточка открылась. Не надо никаких цепочек, не надо никаких ручек дополнительных. Это боковая фрамуга, она открывается от прикосновения руки. Видите, как плотно. Дальше, в чем еще преимущество? Как мы видим, здесь, видите, нахлёст идет. С этой стороны тоже нахлёст идет. С этой стороны тоже нахлёст. То есть все по периметру проема везде нахлёст. Но еще самое хитрое. Здесь нету прорези. Здесь целый лист, как мы видим. Закрываем. Раз. Закрытие чуть потяжелее. Как мы видим, арка идет цельно-сварная из 20х40 трубы. Дальше, еще какие преимущества. Это конек. Вот такой двойной конек. Видите, как он в цвет. Даже нижняя часть ставится конек. Потом ложится поликарбонат. И сверху ставится еще один конек. То есть такая солидная, качественная продукция. То есть теплица. Крепление к фундаменту происходит, как обычно у всех наших теплиц, вот такой. Такая площадка приварена из 40-й трубы 20х40. Отверстие в ней. Идет в комплекте шайба, саморез желтый по дереву. Плюс заглушечка, видите, все это заглушится. Пластмассовая. Коричневая даже в цвет. На торцах то же самое. Если мы обратим внимание, тоже отверстия все просверлены, также крепление идет. Если это брус, то саморез по дереву.
Если это фундамент из бетона, то значит анкер болт на 8,8 на 90. Следующий момент. Это крепление к брусу. Если идет бетонное основание, то надо будет крепить. Так как у нас отлива нижнего прогона нет, то ставится дополнительно вот такой отлив. Вот видите? На всю длину. Также вот эта вот резинка уплотнительная идет в комплекте. Ее докупать не надо. Которая уплотняет на торцах. Вся фурнитура для сборки, шайбы, саморезы, ручки, замки, вот эти вот. Крючок вот такой, видите, мощный, оцинкованный. Все мы видим, да? Обратили внимание, мощный, дорогой. Все это идет в комплект. Дополнительно можно приобрести, значит, вот этот уголок даже идет в комплекте, отлив сверху над дверью. Дополнительно можно приобрести торцевой профиль. Лучше с перфолентой. Например, сверху не ставится перфолента, ставится снизу перфолента и торцевой профиль. Такая классная теплица получилась. Кому понравилось, ставим лайки. Палец кверху, заказываем. Если есть какие-то замечания, пожелания, напишите, пожалуйста. Будем очень рады. Спасибо огромное за просмотр. Всем до свидания. С Новым годом еще раз вас, дорогие друзья. Все у нас будет в этом году. Счастья, здоровья, удача всегда с нами. Также это желаем нашим подписчикам. До свидания.